Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены. Мы находимся в самом сердце Австрии, в Вене. Сегодня пройдет официальное мероприятие, конгресс руководства Асгарди. Мы узнаем, какая программа и какое будущее планируется у первого государства в космосе. Впервые в истории представители всех государственных органов Асгардии собрались здесь, в пятизвездочном отеле Кемпински, для того, чтобы выслушать 12 докладов о будущем Асгардии.